Ну что ж, дамы и господа, рад всех приветствовать на нашем новом проекте под названием «Конфетка». Появляются шлюзы. Настроение приподнятое, все отлично. Вне стиля, вне жанра. Я очень много кайфовала, смеялась. Мне очень понравилась песня в оригинале. Ты сейчас все тайны раскрыл. Недоумение. Я хотела скачать сразу же. Все это перемешать между собой. Мы себя еще сдерживали, потому что они признавались в любви. Дали победу достойной группе, классная девочка, я надеюсь, что у нее большое будущее. И она очень талантливая девушка. Смотрите и скажите, что вы думаете. Конфетка. Ну, я вообще люблю эксперименты всякого рода и рада, когда что-то получается. Вне стиля, вне жанра, вне вообще всяких правил музыкальных и так далее. Благодаря человеку, который придумал аранжировку этой композиции, мне удалось создать некий образ. Мне кажется, что получилось. Когда вы услышали первоначальный вариант, какие эмоции он у вас вызвал? Недоумение. По меньшей мере, потому что «Стразы» – такая не очень поэтичная трактовка, и такие обыденные слова, как «добыча идет» и так далее, такая новостная история. Но поскольку у нас и был такой заказ, ее все оставить как есть, я подготовилась психологически, и все нормально прошло. Даже вот в этой аранжировке все это прослушалось как некая часть поэтического сонета. Конфетка. Население, красивые девчонки, хорошее настроение. У нас много прекрасных людей, и благодаря им становится теплей. Все наше, прекрасное враж. Сельские замуты, доить корову рано поутру. Ребят, ну зажгли. Вообще круто было. Ну так это наша работа, конечно, мы знаем. Спасибо, что заметили и обратили на нас внимание. У вас было уже такое безумие или у вас всегда так? Конечно, всегда так. Мы себя еще сдерживали, чтобы не разорвались ваши кинескопы в плоских телевизорах. Вам понравилось самим? Все нормально с тобой? Нет. Ладно. Почему? Ну потому что он на киномеханику учился, ему так не нравится. Как вам песня, ребят, группы «Туман»? Песня хорошая, потому что они... Я сейчас объясню. Почему? Потому что они признавались в любви к своему родному месту, не противопоставляя плохими других. Они говорили, почему у них хорошо, и говорили о минусах, но они их не хаяли, они принимали их как есть и готовы бороться с проблемой. Конфетка. Много кайфа.
кайфовала, смеялась, отдалась процессу, потому что стиль трека реально, как у меня пару лет назад, это мое, я обожаю народную музыку. Еще сделать ее более такой с элементами хип-хопа, в современном стиле, все это перемешать между собой, очень классно, я не знаю, мне супер понравилось, и зрителям тоже, поэтому смотрите и скажите, что вы думаете. Как вам атмосфера за кулисами проекта? Атмосфера класс, рабочая, все такие суетятся, бегают, что-то причесывают меня, там подправляют, готовят, в общем. Единственное, что у меня порвалась босоножка, и я танцевала с незакрепленной ногой, вот, но это как артист надо со всем справляться, учиться, поэтому вот так. Конфетка. Салат, сервелат. И put your hands up in колонок. Зинаида, выдай. Где танцует одна Зинаида? Зинаида, выдай. Где танцует одна Зинаида? Все Зинаида, выдай. Настроение прекрасное. После выступления оно поднялось на 10 уровней еще выше. Мне очень понравилась песня в оригинале, и мне показалось, что она уже изначально хит, потому что в ней были такие запоминающиеся слова, особенно этот хук «зи-зи-зи-зи-на-на-на». То есть под него хотелось качать сразу же, хлопать в ладоши и отрываться на дискотеке. Потом мне прислали аранжировку, и я поняла, что это абсолютно моя песня. То есть там были такие сливочные нотки, и все, как я люблю. Диск, грув, угар. Конечно же, я согласилась, конечно же, я здесь. И, конечно, все получилось. Как вам участница? Мне очень понравилась Галина. Я представляла ее немножко другой, но она, мне кажется, знает, что она делает для конкретной аудитории. И я желаю ей успехов, чтобы она завоевала любовь зрителей, большой аудитории. Я уверен, что у нее это получится. И она очень талантливая девушка. Ой, ты решил уже? Да! Называй! Линкор. Группа. Или Туман? Линкор! Поздравляю! Вы ожидали, что вообще такое возможно сегодня? Нет, я сюда не за выигрышем ехала, а за впечатлениями, если честно. Я не ожидала, да. Впечатления получили? Да, здесь было прекрасно, круто почувствовать себя артисткой, звездой, потому что я обычно не публичный человек. Я сижу в студии, пишу музыку для других музыкантов, для артистов. А сами мы очень редко где-то выступаем и снимаемся, поэтому я была в восторге от самого процесса. С кем из других участников вы успели подружиться? Здесь был ипостась из Нижнего Новгорода, мы дружим уже 10 лет. И так совпало, что нас пригласили в одно шоу. И я познакомилась со всеми другими участниками, они тоже все очень классные ребята. Очень добрый проект он, о любви к музыке. Здесь очень комфортно, здесь очень классно, и обязательно надо участвовать. Конфетка. Хочем покидать друг друга никогда. Атмосфера бешеная, очень смешно, очень весело, классно. В компании таких замечательных людей всегда время проводится, во-первых, очень быстро. Не успеет время как-то... Все, русский, речь, а кто где. Очень быстро время пролетает, потому что реально очень весело, очень классно. Такие персонажи очень интересные. Это шоу нужно смотреть, наслаждаться, смеяться, но есть драматургия, есть итог. И я думаю, что сегодня все сделали очень правильно. Мне не стыдно. Отдали победу достойной группе, классная девочка. Я надеюсь, что у нее большое будущее. Тебе понравилось, что итоговое слово было за тобой? Очень ответственно, но именно сегодня я очень рад, наверное, что итоги подводил именно я, что на меня пал такой груз ответственности, потому что я хотел отдать победу Галине. Конфетка. 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 Конфетка.